Акция «Кубань против рака» проходит уже третий год подряд. В 2017 году в Краснодарском крае впервые было диагностировано более 26 тысяч случаев злокачественных опухолей всех видов. У 58% пациентов болезнь была выявлена на начальной стадии. Они вовремя получили медицинскую помощь и шанс на выздоровление. Только в Анапе в первый год старта акции в обследовании приняли участие более 2000 человек. Мы готовы принять всех желающих, кто хочет обратиться. То есть помимо тех списков, что подготовлены, и люди по собственному желанию, узнав об этой акции, могут обращаться к докторам. Эти пациенты идут без очереди, им выдается определенное направление с пометкой «акция», для того, чтобы в одну неделю они получили максимум обследования. В Анапе первая часть акции для мужчин пройдет с 18 по 22 февраля. Для женщин – с 25 февраля по 1 марта. Основное внимание в эти недели будет уделено лицам возрастной категории 55 лет и старше, не посещавших медицинские организации в течение 2 лет и более. Сельские и городские жители из этой категории граждан будут приглашены на акцию участковыми терапевтами. Все желающие смогут получить консультацию узких специалистов. Мужчины, женщины могут посетить маммолога, уролога, могут посетить наш смотровой кабинет, в котором они полностью осматриваются, региональные зоны осматриваются, лимфоузлы, то есть как бы все, видимо, обозримые зоны локализации, то есть, по крайней мере, в смотровом кабинете мы можем увидеть, понять, заподозрить онкологическое заболевание. Сейчас в Анапе отмечается небольшой рост онкологических заболеваний. Это связано с тем, что количество жителей на курорте за счет миграции неуклонно увеличивается. На постоянное место жительства к нам приезжают люди со всех уголков России. Такие акции позволят диагностировать предраковое состояние пациентов и вовремя принять меры. По всем вопросам можно обратиться в городскую поликлинику по адресу улица Крепостная, 85, или по телефону 8 861 33 547 29. Руслан Душевский, Анапа, регион.